Всем привет, дорогие друзья! Сегодня обзор покупок любимого в последнее время магазина Wildberries. Первое, что хочу показать, это вот такая вот замечательная машинка, которая помогает убирать катышки. Одно время мы все покупали в фикс-прайсе, но на самом деле, вот я брала, мне не понравилось в фикс-прайсе, ничего она не работает. А вот это Xiaomi машинка. Для меня цена была что-то 645 рублей, что ли. И прекрасно убирает все катышки, просто вообще чудо какое-то. Ну и достаточно приемлемая цена. Имеется сборник. Вот я уже пробовала, прям замечательно работает у меня, потому что вот у мужа шерстяная хорошая кофта, а на хребтине прям катышки вот эти образовались, и вида нет совершенно. Шапки там, вот, ну много вещей, которые требуют этой машинки. Имеется еще зарядное устройство, проводок, книжечка есть, щеточка вот тут в наборе, почистить, чтобы можно было. Я рекомендую. У нас девчонки на работе все купили себе такие машинки. И я ее купила уже по рекомендации. То есть вообще можно даже не заморачиваться и не читать отзывы. Xiaomi машинка для удаления катышек. Пульт также на Wildberries заказали. У нас пульт от телевизора ломается со скоростью света. Да не буду я его сейчас доставать. Нормальный пульт работает. Подобные мы брали уже штуки 3. Теряются, ломаются, поэтому вот как батарейки, с такой частотой их меняем. Очень часто покупаем. Периодически покупаю еще и макароны. Макароны Макфа Триколини. Две упаковки продаются в комплекте за 100 рублей, 50 рублей пачка. А Триколини вообще во всех других магазинах, в Ленте, там, в другом гипермаркете, стоит достаточно дорого. Больше 60-70 даже рублей, а то и 80, а то еще дороже. А здесь вот такая хорошая цена была. 15,5 граммов белка. Твердые сорта пшеницы. Они вот разноцветные, видите. В шпинате и в томате. То есть вот зеленоватые и красноватые. Ну вот, смотрите, как они доставляются. Вот. Все хорошо упаковано, запаковано. И целостность пакета с макаронами не нарушена. Хорошая цена, вкусные макароны я уже сварила. Шлепки заказала себе белые, уж больно они мне понравились, 305 рублей. Собачатина сгрыз мои старые шлепки, я решила, что я хочу белые. Тоже вот так вот, вот чисто визуально выбрала, понравилось, что белые. Всего 305 рублей, они литые, легкие, широкие, мне в них очень комфортно. Цвета разные, есть прям неоновые, красивые, замечательные. Всего 305 рублей. Тоже доставка, все в целости, в сохранности, все замечательно. Я вот 38 размер взяла. Вот видите, пишут, как на 38 и на 39. У меня хорошо они сели. Прям чудо. Вот Собакин работает, старается, чтобы, не дай бог, у меня не было недостатка в обуви. А еще на лето заказала себе босоножки. Красивые такие они. Вот видите, тоже все хорошо упаковано, симпатичные, модненькие, 38 размер. Вот видите, как сделано. Конечно, ремешок тут получается не регулируется, но есть резиночка, которая помогает поддержать. На пяточке хорошо сидят, так вот свеженько смотрится, хорошо. У меня 38 размер, в общем-то, соответствует. Стоят такие вот 1600 рублей. Ну, там с копейками, может быть. Еще я себе заказала сумку. Ой, сумка отпад. Ну, вы все знаете мою страсть к духам и к сумкам. Заказала белый рюкзачок себе. Ну, прям милое дело. Такой вот он хороший. Белый-белый. Так мне все это нравится. Прям прелесть. Последнее время, второй год уже ношу только рюкзаки. Мне удобно. Все необходимые вещи, буханка хлеба сюда залезет, документы сюда помещаются хорошо, косметичка, ну вот все необходимое, телефон, зарядное устройство и всякие другие нужные женские штучки. Ну прям красота. Очень удобно, тоже стоит 1590 рублей, вот что-то так вот. Сначала я положила в корзину, было 1800, потом смотрю 1700, а лежала-лежала, думаю, брать, не брать, брать, не брать. Как стало 1500 там с копейками, думаю, да надо брать, цена прям замечательная. Вот так вот выглядят ремешочки. Много отделений.
Вот здесь вот ремешочки. С одной стороны ткань, с другой стороны вот кожзаменитель. Мягкий, удобный. Она пришла тоже в целостности. Замки хорошие. Отделов много. Ну, классный такой вот замечательный рюкзачок. Вот к лету я готовлюсь по полной программе. Ну и, конечно же, как же ж. Впереди посадочная страда. Пора думать о семенах и о рассаде. И также через Wildberries заказала себе семена. Девчата посоветовали тоже, вот знаете, как вот садимся, все общаемся же на работе. Вот посоветовали томаты Козырь для теплицы. Я хочу, это низкорослый, для открытого грунта тоже хорошо подходит. Мясистые крупные плоды. Уже пробовали, всем понравилось, кто сажал. Вот в этой упаковке две пачки. Ой, что-то 112 рублей, 117 рублей стоит. Может быть, это и не дешево, может, где-то дешевле, но мне удобно. Я заказала, Саша поехал, быстренько забрал. У меня нет времени вот сейчас разъезжать, что-то искать. А еще девчата посоветовали китайские огурцы. Говорят, классные, вкусные. Они выносливы к высоким температурам, устойчивы к болезням. Так и есть. Девчата говорят, прям замечательно посадил и не знаешь бед. Вот еще такой китайский болезнеустойчивый сорт. Но они уже, конечно, подороже. Две пачки семян. И тут порядка 270 рублей каждая стоит упаковка. Так, сколько тут семян-то всего? Может быть, где-то и дешевле можно найти. Но я вам говорю, что мне вот удобно. Заказал и пришло. 0,2 грамма. Ну, немного огурцов. Ну, мне хватит. Мне вообще для этих птиц надо-то кустов 5-6. Но это не все, еще вот тоже огурцы, это все. По одному-два семечки посажу. Посмотреть, как это все будет выглядеть. Вот еще, Санькина любовь. Вот девчата также посоветовали, сказали, что очень урожайный, маленький для банок, прям вот милое дело. Так, здесь что у нас? Тоже мало семян. Да мне много и не надо. Вот тоже вот особенности выращивания, как куст формировать, все написано. Количество семян. 5 штук основного гибрида и 2 штуки сорта опылителя. Все сажать надо. Да, их все надо сеять. Ну, стоит тоже что-то недешево, что-то 117 рублей, что ли, вот так вот. Все мои покупки обязательно ждите, будет видеообзор одежды, которую я заказала, также достаточно много, просто вот сейчас времени у меня нет, что надо приготовиться, все вот достать, примерить, ну, время надо, сделаю обязательно. Итак, дорогие друзья, это все мои покупки, очень люблю Wildberries, с удовольствием заказываю, в принципе, как все это вот, система вся работает, мне нравится, доставка осуществляется достаточно быстро, ну, прям красота и милое дело. Пишите в комментариях, что вы заказываете на этом сайте. Ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.